У Хиллари Клинтон случился припадок. Именно с таким громким заголовком, заявлением выступил американский канал Fox News. Вот этот ролик снят еще 10 июня. Но журналисты не унимаются, ведь до выборов всего 3 месяца. Нельзя допустить, чтобы в Белый дом пришла, простите, сумасшедшая бабушка. Американские врачи, которые по просьбе Fox News отсмотрели ролик, предположили, что у Хиллари панические атаки. Клинтон так странно повела себя, внимание, когда вопрос ей задали сразу несколько человек. Давно замечено, Клинтон старается не давать пресс-конференции. На публичных выступлениях с ней стоит толпа людей-помощников. Во время дебатов она то и дело отходит. Возможно, именно для того, чтобы справиться с волнением. Но все это не играет на руку кандидату, который, возможно, предстоит управлять страной. За здоровьем бывшей первой леди следят давно, ей, кстати, 68. В интернете уже сотни роликов с разными проблемами Клинтон. Например, кашель. Приступы преследуют ее как минимум с 2006 года. И неважно, где она выступает, в школе или перед избирателями. Несмотря на опыт, организм требует передышки и барахлит. Вот так. Некоторые ненавистники Клинтон даже нашли болячку на ее языке и предположили, что Хиллари больна сифилисом, а виной тому якобы слишком сексуально активный супруг. Над здоровьем кандидата насмехаются, конечно же, и в юмористических шоу. В одном из них порезали ее интервью и добавили некоторые несуществующие, хотя кто знает, болезни. Смотрите внимательно. Это было серьезное сотрясение, вы знаете, ну, потому что я серьезно упала и получила двойной взгляд. Ну, ненадолго. Ну, вот так. Больна психически или еще как-то, пока можно строить только предположения. Американские избиратели думают, стоит ли доверять такому политику, и смотрят колбы. Ха-ха-ха!